Шумерлинском районе прошел второй межрегиональный форум сельских школ и малых городов, на котором обсуждали пути решения проблем профессиональной ориентации школьников. Наша съемочная группа побывала в Хадарской школе, куда съехались школьные команды из Коми, Мордовии, Ульяновской области и Чувашии. Форсайт сессии, круглый стол, интерактивная площадка, деловая игра. Программа форума составлена специалистами своего дела. В роли модераторов выступили руководители детских и молодежных общественных объединений России, бизнес-тренеры. В роли экспертов – специалисты агропрома, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства. Речь шла о возможностях молодых людей и о том, насколько важно вовремя определиться с выбором, выработать четкую мотивацию. Дать возможность задуматься ребятам о том, что есть некий потенциал для развития как в селе, так в городе, и возможность выбора, который стоит фактически у каждого человека в разное время, он может быть реализован благодаря хорошей подготовке и знаниям о себе. Работа на селе может быть престижной, а жизнь комфортной. Это полностью зависит от прилагаемых усилий. К тому же сегодня для молодых и решительных сложились благоприятные условия. У нас огромный потенциал роста. Мы можем накормить и накормим не только сами себя, но и весь мир. И здесь, в Чувашии, это будет одна из точек роста. Здесь прекрасная земля, на которой нужно разводить огромное количество коров, производить много молока и много сыра. Конечно, жизнь в российской глубинке отнюдь не пасторальная. Сегодняшние школьники, живущие в сельской местности и малых городах, это прекрасно видят. Но здесь больше простора для творчества, экспериментов, самореализации. Нужен только правильный настрой. Ты начинаешь понимать, насколько это все трудно и сложно достигается, и то, что нужно ставить перед собой цели. Это самое главное. И нужно бояться и пробовать себя во всех сферах жизни и не останавливаться. Это даже не просто интересно, это как мотивация на всю жизнь.